Здрасте. Я Андрей, пришел вашу собачку лечить. А я муж этой сучки, которую ты тут лечишь. Ну, ай, болит. Ты труп. Куда летите? В Турцию. Граждане, внимание! Полет проходит нормально. Просто пилот бухой. Мы все умрем! Ты спятил, Петя! А, правильно, да. Он не бухой, он слепой. Молодой человек, а у вас свободно? Хотел невесту с собой захватить, но ее муж не отпустил. Что тебе надо, а? Чтобы наши такие проблемы, надо 2 года оппозицию финансировать. Да ну! Как хорошо, что вы тоже здесь. А мы думаем, вдруг кто-нибудь нападет. Переходим к плану Б. Я влюбилась. Ну, ты понимаешь. Ну, как собачки. Ты-да-данс. Валя. Мне стыдно за тебя, Петр, что ты сейчас подумал то, что можно было подумать в этой ситуации. Потому что вокруг мо. Одно быдло. Галя, где Виталий? Я за арбузом! Лучше бы водки папе принес. Ребята, предлагаю выпить за мою лучшую подругу. Красивую женщину, превосходную хозяйку. Мечту любого мужчины. А когда она придет?